Продувка была нужна микрофону. Необходимо. Да нет, что не то, что. Один токен я так сделал специально. Просто нравится, что у меня один токен. Визуально. Не знаю, нравится. Потому что больше одного токена как бы и не надо. Зачем иметь больше одного токена на ЕДН, если ты уже игру прошел? Для стрика нужен ровно один токен. Так. 107. Погнали. Красный старт. 8 ЛБ-4 МКБЕ. Ну, опять неплохие статы, в принципе. Рейндж сумасшедший. А, потому что у меня тринки такие. Сколько у меня, кстати, без тринка? Без тринки-то? А, ну да, плюс 3. Без тринки был бы херовый рейндж. Так, куча бомб, но ключей... Окей, ключ тоже есть, хорошо. Ключи... В принципе, ХП есть красная, но дорого. Я хочу бесплатно. Дорого я не хочу, я хочу дешевле. Здесь нихера нету. Увынск. Приятно. Приятный магазин. Ты... Блять, я тебя убить хотел. Погоди. Да, хотя бы активирую эту хуйню. Кого-нибудь. Да, это не об тебя явно. Тебя я вряд ли хочу это активировать. Бомб нормально, в принципе. Ну во. Блять, я застрял. Не, не успел! Не успел! Господи, уроды каменные! Я ваш рот, блядь, наоборот, нахуй, этих уродов каменных, сука. Какие же твари, блядь. Блядь, мне теперь хп нет красного полного. Я теперь боюсь идти в Кёрсу. А сейчас погоди. Надеюсь, все красиво получится. Бомбы верните, пожалуйста, хотя бы одну-две. Ты нахуй троллишь? Ни одной бомбы я обратно не получу. Вообще ни одной. Какая-то шутка. Там такая-то шутка. Блять, я хотел это делать по-другому, ну ладно. Вау, вот это, конечно, скам. Вот это, конечно, скам. Я думаю, я так сделаю. Опа. 9 вольт на свечку. Это интересный ситуэйшн. Это ситуэйшн забавный. Это как будто нормально, потому что я потерял рейндж. Это как будто может быть неплохо. Но у меня деньги... денег нет. О, второй хон за день. Не взрывай бочку. Не взрывай бочку. Ползи сюда, урод. На. На. Жрём. 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 И жрём. О, кста. Кста. Я не видел вторую. Опа. Не то. Это можно оставить с собой. Какой первый этаж вкусный. Какой вкусный первый этаж. Санкарты еще лучше, наверное. Это мне на зеркале может пригодиться.
Одна копейка. Там мешки были, но, сука, тратить ключи на мешки. Причем бомбы и ключ. Ну, давай попробуем. А, я еблан. Тут еще был кипер же. Может быть, киперов не всех, кстати, поломал. Я не помню. Не, киперы все мертвы. Ну и ладно. Привет, Мурлок. Привет, Астероис. Не, ну бодрый старт, бодрый. Сразу можно пойти в альтраут, но... Его я рот от альтраут, не хочу я в него идти. У меня ключи есть, мне пофиг. Ключей и так хватает вроде. Там могут быть подарки. Спасибо. DPS прям на грани. На грани убийства пауков. Так я ее только что улучшил, в смысле. Я буквально только что свечку улучшил. Я взял 9 вольт для свечки. А, да, синие свечки. Ну, блин. Многого хочешь. Так, санкарту тут я не использую. Санкарта на зеркало нужна. Абель почти убил. Он пытался. Но почти получилось. Только одна проблема. Если будет дрос, то будет печально. В дросе я вообще не могу свечки пользоваться. Там все, сука, пердит и взрывается. Это просто бесит нахуй. Там свечками невозможно пользоваться. Надеюсь, будет дампур, а не дрос. Я хочу денег. Я хочу денег. Я хочу на самом деле купон с собой взять, наверное, даже. По крайней мере, на сделку, а там, наверное, обратно верну свечку. Это может быть полезно. Это может быть полезно. Но все-таки Bloody Penny получше будет. Чемпионский пин. Ну ладно, так бы с одной бомбы бы умер. Это будет дрейндж, естественно. Это будет терза, потому что я так 2. Я троллю. Я так 2. Ну, ладно. Может быть, буду на ангелах. Сахром фармить? Да нет, наверное. Ты тем более все уже дьявола видел. Я думаю, я в порядке без фарма сакрумы. Ну, получил бесплатно госбэбика. Бесплатно. Так что уже вроде неплохо, чё. Это дрозд, да. Это БТВ, тот самый дрозд. Где он? Блять, я ненавижу такие румы. Я их просто нахуй терпеть не могу. Зачем я вообще хожу в керсы? Когда я, блядь, эту хуйню заниматься перестану? Зачем я хожу в ебаные керс-трубы? Без воскрешения и без телепортов. Нахуй я это делаю? Стрип уже больше 100, уже... Надо чуть-чуть, но играть все-таки аккуратнее. Хотя бы немного голову надо включать теперь, хотя бы каждые 5 ранов на 5 секунд. Хотя бы чуть-чуть. Кстати, вроде нету этих облаков, нету вроде на этаже пока. Это вроде дрос, но пока все нормально. Пока вроде можно спокойно играть свечкой. Кроме без билда пока одна свечка есть, собственно. Больше нихуя и нет. Блять, я тебя не взорвал, серьезно.
Его не взорвал. О, лучший босс этого этажа. Тут еще, может, тот файт помнит мой легендарный файт на 5 минут с этим боссом. Я-то точно помню. 15 тысяч на одну муху, да-да-да. Это было незабываемо. Там дамага, кстати, было, я не помню. Там, по-моему, дамага было 3, по-моему, даже, а не 2. Там не было терзы, по-моему. Хотя, может, и 2 было, да, я уже не помню. Там просто мухи белые вообще не умирали. И, типа, я этого босса ковырял 5 минут. Я не хочу собирать конжоинт. Пока что. Блять, смешно. А теперь я, видимо, беру книжку с собой. Блин, тебе надо, по идее, идти на босса. Там будет бесплатный айтем со сделки. Бесплатный. Понимаете, бесплатный. Не платный, а бесплатный. Это будет, конечно, маленько рискованно, возможно. Хотя, да, наверное, не особо рискованно. У меня вроде билд нормальный. Вроде румы были легкие. Если хуйней не страдать. Ну я люблю хуйней страдать! Господи. Пугали Рождеством всех. Спасибо, Хрон, еще за 200. Это была, по-моему, самая плохая рума на этом этаже. По-моему. Самая сложная. А нахуя я взял с собой книжку? Но я, правда, могу еще раз ее зарядить, ладно. Вообще, надо было брать с собой свечку, конечно, а не книжку, блять. Что я хуйню сделал тут? Я могу сейчас вернуться за свечкой перед боссом. Наверное. Как вариант. Ну да, я вот игру что-то я хуйню куда сделал. Не знаю, почему решил взять с собой книжку, а не свечку. Даже сюда брать стоило свечку, уж на билда нет. Свечка — это мой билд весь, считай, пока что на этом этапе. Обратно. Я думаю, я не хочу нажимать свечку раньше, ой, свечку. Не хочу книжку раньше времени на кивсах нажимать. Я там, может, наоборот, хочу босса этом найти. Пошли за свечкой. Благо идти недалеко до свечки. Не надо меня физика в камни тащить, не надо. Не надо этого делать. Не хочу я, блядь, в эти камни с шипами хуярить. Вовсе не хочу этого делать. Аккуратно. Пиздец, это неаккуратно. Я пытаюсь этих ебанов не бить, потому что они, сука, будут странные мувы делать. Раньше времени. Ну-ка. Эта рума очень неприятная. Если их убьешь рано, там такая хуйня начнется по всей комнате. И мухи будут прыгать, эти ебланы будут прыгать. По всему периметру. Ты урод. А, соси, физика. У меня полет. Сосай. Ну, кстати. Еще один пирсинг. Теперь мне считаю 2 пирсинга. Правда, не знаю, я хочу, я теперь, наверное, могу идти без свечки, наверное. Еще у меня так 2 есть, Белиал есть. Ну да, то хп оставлю из сделки, может, будем нюхать просто. Что-нибудь смешное найдем со сделок. Что-нибудь там интересное, может, упадет. Вот. Да, не знаю где. А, хотеть. А! Хуя. Смешное расположение. Это довольно забавное расположение. Вот. Ладно. Пошли дальше. Мы готовы.
Бац! Так, делаем букворма, наверное, если делаем. Можно делаем. Делаем. Так, нишку не нажимаем, это точно. Возьмем две бомбы ровно. Две бомбы ровно, значит, пока я их не могу тратить. Еще могу вернуться потом нажать на синий хп книжку. Если хп будет нужно. А, ну, возможно, кстати, будет нужно. Вполне возможно. Тут еще и сделка может быть сейчас. Пока урона, конечно, маловато. 3-6 урона всего. Это не сильно много. Опять шляпа. Опять часы. Интересно. Но часы все же, я думаю, нет. На босса пойти с книжкой откровений. Ну да, кстати, тоже, наверное, неплохая идея. Что я шанс никак иначе, наверное, не усилю. У меня бомб нету лишних. Может быть. Да-да-да, я это, наверное, сделаю. Это вроде того стоит, потому что я реально могу без сделки остаться нечаянно. Что-то у меня 67 часто не проклят бывает. 67 это немного. Сейчас еще раз ее заряжу. Дальше можно уже брать синюю книжку. Вообще, может, ее с собой даже взять, синюю книжку. Типа, всадников нету в этом раунде все равно. А это мы со сделки вместо босса, мне, может, даже не особо-то и нужны уже. Если так подумать, мне, наоборот, какие-нибудь дымышавы, может, нужнее. Хм. Я, может, синей останусь. Без всадника она, в принципе, пофиг. Даже может выгоднее быть, потому что шанс на сделку довольно неплохо бафается. Кстати, по итогу реально бомб-то нету. Вообще нету. Привет, Гашира. Тогда, получается, вас с этим поздравляем. С победой. Победы над зачетами. Ебать. 500. Спасибо большое за 500 хрон и за комиссию. О, этим я босса убью. Вообще я могу тауэр карты попасть в секретку. Только не знаю, в первую или вторую. Давай в первую попробуем попасть. Или я могу дверь открыть. Сразу. Я могу таур карты попасть в шахты. Сюда я не могу с собой взять душу Азазеля. Двояко. Чё-то как будто тихо, да? Где звук? Привет, Ник. Спасибо за доброе пожелание. Короче, просто пока ничего делать не буду. Просто возьму с собой душу Азеля, а потом все остальное сделаем. Что в магазе было еще? Что там еще было? А там была бомба. Бомба. А книжка. Ну да, я говорю, что я какую-то хуйню уже выдумываю. Мне пока эта карта и не нужна сразу. Все норм. Кстати, плюс 8%, нихуя себе. Нормально. Бабахнуло процентов. Не дурно. Нихуя себе. 76 не прокнуло.
Ты издеваешься. Ты чё, собака, издеваешься? 76 даже не прокнуло. What? В смысле, блядь? Пиздец, скам. Я даже специально книжку взял, сука, на усиление сделки. Нет, все равно, блядь, нету. Вау, все-таки, видимо, надо было кого-то еще взрывать на этом этаже. Не хватило. Все же не хватило. Да нажму я эту книжку. The Tower. Блять, что-то, по-моему, хуйня получается. Блять. Ну, плюс-минус, ладно. Нормально. Нормально. Я доволен. То, что я и хотел сделать, то и получилось. Почти. Что-то офигеть, Сид. Ни, блядь, денег, ни бомб, ни ключей. Вообще нихера нет. Какой-то вообще пустой забег. По расходникам. Вообще пошли в Кёрсу тогда. Ну да. Может, в Кёрсе будет телепорт на сделку? Бывает же такое. Картишки. О, Имперер. Это хорошая карта. Да, на мать, в принципе, не настолько прям полезная. На мать, в принципе, полупофиг. Там все равно корпус этаж легкий обычно. Все равно прикольно. Я не знаю, бывает, что все равно много теряю ТП. Даже в корпусе. Не, я специально беру с собой книжку синюю. Потому что я, наоборот, не хочу сделки видеть на боссе. Я, наоборот, хочу видеть босса этому. Здесь все равно нет всадников, поэтому нормальная тема. Плюс еще процент больше на сделку тоже. Процент повышенный. Гимпи сработал. How can I blattle the hash by Isaac? What? The fuck? What does this mean? Who is this battle, Isaac? Battle hash. That's a weird sentence. Well, if you mean how to get there, you need to beat Mom's Heart under 30 minutes to get there. Там муха раздражать будет на матери. Я против. DPS, конечно, пока лютейший. Честно говоря, просто лютейший. Надеюсь, скоро это изменится. Надеюсь, на этом же этаже. Не-не-не, он еще и двойной, он еще и двойной. Ё-моё. Ё-моё. Ты еще и двойняшка была. Так это можно пока ставить почилить. Паучок. Хочешь бомбу, паучок, а? А хотя иди нахуй, мне две бомбы все. Я тебе не дам бомбу. Я передумал. У меня мало бомб. Так что забей. Даже если хочешь бомбы, я тебе все равно ее не дам. Мне бомбы самому нужны. Взял, просто обломал паука. Может, правда хотел бомбу, а я ему не дам. Ты пойдет срать, может быть. Чё-то ты много срешь. На мой взгляд. Чего, блядь?
Прям на голову упала хуйня. Сап. Давай. Гимпи. Господи, Гимпи. Как ты хорош, Гимпи. What the fuck? Give me more. Дай еще. Гимпи. Дамаг еще получил. Я сейчас доиграюсь нахуй, конечно. Гимпи. Эх, черный хп не падает, ну ладно. Ладно, слишком... Слишком жадно. Слишком жадно. Мне надо быть такой жадной тварью. Но это было хорошо. А, в Кёрсе было хп, окей. Ладно. Заберем. Но это было очень хорошо. Ой, какой маленький. Масюнчик. Еле-еле увидел. То есть будет плюс 2 хп, да? Потому что я все, не хочу тратить темпера. 2 хп, значит, будет. I still have no idea what you're talking about. Шуханс. No clue. Шахтер в шахте. I don't get what is shared character. What do you mean I think doesn't show it? It makes no sense for me this sentence. Проёб. О? Да, шипы эти урон дают навсегда. Ну, это ж типа не айтем, а просто дэмэдж ап получаешь. Ты их получаешь типа не за айтем, а за эффект от айтема. То есть за получение урона по шипам. Так что да, даже здесь урон остается, что удобно. Спасибо, Гашир. Спасибо! Так, собрать хп. Нормально. В принципе, хп много осталось, ничего страшного. Ключ не нашел печальным. Да, получается, я не попадаю в магазин. Но в принципе, наверное, это и не трагедия такая уж прямо. Ну, типа, Геннадий, что вообще, типа, ран обнуляет там, да. Там потеряешь урон. Он же все удаляет. Все же, типа, ты накопил в текущем ране. А все же маленько другая история. Чего они такие? А, это было два чемпиона быстрых. Смешно. Это было два чемпиона сразу. За батарейкой. Ну и ладно.
Там челик что-то очень странно пишет, я вообще не понимаю, что это за говор такой. Что это за такие дефиниции. Я вообще не понимаю, что он хочет от нас. Ёпта! Костёр сраный. Давно это рума не было. Problem solved, nice, okay. Congrats, then. Я куплю это и куплю вот это. И получу дамаг. Ну и нормально. Не бить! Трипла? Тебе похуй, что так два остается. На нее особо... What? Ладно. Хорошо. Хорошо. Опять кушаем. Хорошо. Давайте покушаем. Сегодня прям день сытный. Тут ринкеты, то это мы едим. День прям сегодня какой-то разгрузочный. Ага, угу. Да лучше, наверное, будет все равно. Тебя хз, может и не лучше. Вас та ели с удовольствием, осуждаю. Я вас та не ел, не надо наговаривать. Не было такого случая. Да ёпта, в смысле? Окружает псы. Я никого не ел. Я вообще не ем, только стриками питаюсь. Полезно. Ты заряженный. Уйди от меня. Паролить. Это букворм? Я же букворм. Это уже букворм. А мидбоя сделать по сути бесплатно. Думаю, тоже можно. Алло, даже снова активировал. Эпично. Удача. 5 удачи уже, господи. Я уже успел удачу настакать с этим айтемом. Эпик. А, правда, я ролл не набил. И так лень идти обратно. Мне лень.
Не лень, слишком долго. Просто возьму еды. Просто покушаем опять. Устирать уже. Может, кам, кстати, будет. Ну, тут, кстати, ролл не нужен. Найс. Найс. Ага. Ага, угу, угу, угу. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Хуяри. Ладно, хватит, наверное. Точно так доиграюсь. Самонаводящийся мидбой. Hello. Самонаводку на шлем. Отлично. Блять. Аккуратно. Мне кажется, на мать хп вроде хватит, но тем не менее надо аккуратно. Сюда? Вот сюда. Время скорость говна. Это может помешать немного. Я не должен сильно помешать, но немного помешать может. Тут нормально чувствовать. Блять, да. Немного мешает. Но вроде не смертельно. Блять. Было глупо. У нас нет модера способных ставки сейчас. Пока что. Хотя нет, дюк вроде есть. Дюк мог успеть. Тоже не успел. Г. 107?